Алена Мяцельская – единая женщина в Беларуси, которая керует автотранспортной организацией. У конкурсе удельничая у першиню. Для директора филиала Гомель Абл Аутотрансу – особная номинация. Хоть водительский стаж Алены перевысил 20 годов, все равно перед стартом крыху хвалюется. В соревнованиях я участвую первый раз. В прошлом году не участвовала, а всего я около 2 лет директор филиала. Сколько за рулем лет? 21. Скажите, вот сегодняшнее соревнование, волнуетесь ли вы? Хотите ли вы показать класс мужчинам? Класс показать, конечно, хочу. Аутоспаборництво Гомель Аутотранс ладит 4 года запар. Причем эта неделя, как кажут галочки эти справоздачи, водители, яким что день доводится курсировать частей за все по одних и тех же маршрутах, воспринимают такие конкурсы, как махчимость проявить себе, доказать, на что сдатные. Перемога аматоров руху окрыляя, а у остатних активизуя мотивацию удосканаливаться. Соревнования мы проводим для популяризации, в первую очередь, профессии водителя автомобиля, для того, чтобы водители могли показать свои навыки, которые они в ходе трудовой деятельности приобрели. Также могли посоревноваться, отвлечься от повседневной деятельности своей, пообщаться со своими коллегами из других районов. У якости призов переможцы отримают необходимые у штодённой працы водителя инструменты. И все ж таки лепш, каб транспорт не ломался и до пункта призначения приезжал своечасово. Марина Джала, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».